Добрый день, ребята! Сегодня я предлагаю нарисовать иллюстрацию к сказке «По щучьему велению». Рисовать мы будем цветными карандашами. Для работы также понадобится простой карандаш и ластик. На переднем плане я предлагаю изобразить Емелю с щукой в руках. Рядом с Емелей нарисуем ведро, прорубь. Фоном нарисуем снег. И на дальнем плане можно нарисовать деревушку, елочки. Итак, начнем рисовать главного героя Емелю. Наметим голову, руки, ноги. Ну и, конечно, не забываем о таких деталях, как шапка, кафтан, сапожки. Емеля будет сидеть и держать в руках щуку. Чтобы было заметно, что щука волшебная, можно нарисовать ей корону. Нарисуем ведро. Намечаем прорубь. Рисуем линию горизонта, и вдалеке виднеются избушки. С правой стороны можно нарисовать елочки. Перейдем к цвету. Разукрасим сначала небо. Небо, чем ближе к линии горизонта, тем будет светлее. Можно нарисовать солнышко.
Снег мы тоже разукрашиваем как можно светлее, чем ближе к линии горизонта. А вот темнее штрихи наносим возле Емели и возле ведра. Так мы покажем тени. Покажем толщину льда и воду. Воду будем разукрашивать потемнее. Разукрасим избушки на дальнем плане, елочки. На крышах можем показать снег. Разукрасим ведро. Разукрасим щуку. Спинку и голову мы разукрашиваем зеленым цветом, а брюшко у щуки желтое. Плавнички и глазик разукрасим красным. Хвостик также будет красный. И начнем разукрашивать самого Емелю.
Ну вот и все, ребята. На этом мы будем с вами заканчивать рисовать нашу композицию, иллюстрацию к сказке «По щучьему велению». Я надеюсь, у всех получились красивые яркие рисунки. Ну а я с вами не прощаюсь, а жду вас на следующих уроках. Пока-пока!